Офшоры радикалов должна расследовать парламентская следственная комиссия. Об этом заявил лидер соцпартии Сергей Каплин. Причем речь идет не только о бывшем вице-премьере Валерии Ващевском, который засветился со своей компанией на Мальте. Изучение, по словам Каплина, требуют также кипрские и белизские офшоры Олега Лешко и так называемого партийного кассира Олега Аверьянова. Каплин считает, что они ограбили украинцев на миллиарды долларов. Нардеп обратился в НАБУ с просьбой проверить обнародованные журналистами факты по Ващевскому. Что же касается других радикалов, то заявления уже были поданы. И Каплин считается, что создание в Верховной Раде Следственной комиссии ускорит это расследование. Это скандал международного значения. И там, в этом скандале, фигурует наш радикал. Людина, яка займала третю посаду в країні по квоті радикальної партії Олега Ляшка, яку Ляшко особисто і вся банда Ляшка протежувала і робила їй дах в уряді. Ці матеріали сьогодні в НАБУ, я вимагаю від НАБУ забезпечити повне, всеосяжне, всебічне розслідування цієї справи.